Здравствуйте, уважаемые читатели! Мы хотим познакомить вас с замечательной книгой Ксении Волоханович «Если мама осьминожка, если папа осьминог». Рекомендуем эту добрую книгу с красочными иллюстрациями для теплого семейного чтения. Юных читателей с ней можно знакомить с младшего дошкольного возраста 0+. Книга подарит вам хорошее настроение и расскажет интересные факты из жизни осьминожков. Жизнь удивительна и весела, когда у тебя 8 ног, 3 сердца и совсем нет костей. Можно целиком залезть в крошечную ракушку или стать плоским, как камбала. Можно сколько угодно обливаться чернилами и по несколько раз в день менять цвет. Да-да, все это и многое другое умеют невероятные и очень умные существа под названием осьминоги. Заходи к ним скорее в гости, вы подружитесь. В преддверии замечательных праздников День Отца и День Матери эти веселые стихи сделают ваш семейный праздник ярче. Сегодня мы прочтем стихи про папу. С этим зверем ты знаком, он живет на дне морском. Есть у чуда существа 8 ног и голова. Он охотник, скалолаз, маскировщик высший класс. Формой тела удивит и бывает ядовит. Он талантлив и умен. Носит множество имен. Осьминог, моллюск и спрут. Согласитесь, очень крут. Рыболов. Мой папа чуткий рыболов и уважает свой улов. Похлопал рыбку по плечу. Я рыбка, съесть тебя хочу. Тихоокеанский осьминог отличается очень необычным стилем охоты. Он легонько похлопывает свою жертву по плечу, как будто предупреждая о нападении. Добрым утром! Мама сказала: «Вставай, дорогой!» Ласково папу погладив ногой. Странный день. По воде идут круги, всюду шум и суета. Папа встал не с той ноги и не знает, где же та. Всей семьей потом в поту целый день искали ту. Все, вздыхает осьминог, я, похоже, сбился с ног. Спокойный папа. Удается, по правде, немногим, так естественно взять себя в ноги. Папа поменял цвет. Мама папочку ругает, что отбился он от ног, и нечасто помогает, лишь вздыхает осьминог. Бесполезно спорить с нею, так не вовремя краснея. Испугался. Папа в страхе побелел. «Папа! Ты не заболел?» Обычный цвет осьминога – коричневый. Испуганный осьминог становится белым, а сердитый – красным. Статья. Папа читает в газете статью. «Очень болит за малютку душа. Просто возьмите, за даром даю. В добрые ноги морского ежа». Осьминога можно приручить, и он будет узнавать человека, который его кормит. Что творится в голове у осьминога? Мама папе с позаранку объявила с подковыркой. У меня-то мозг баранкой, а у прочих бублик с дыркой. Мозг осьминога по развитости близок к мозгу кошки, а по форме напоминает бублик. Трудный вопрос. Подбежали к папе дети. Ты же умный и большой. Может, ты бы нам ответил, что такое быть левшой? Осьминоги вместе с каракатицами и дельфинами считаются самыми умными морскими жителями. Папа добрый. Осьминога нет добрее, ведь его три сердца греют. У осьминога целых три сердца, а кровь голубого цвета. Когда у тебя голубая кровь? Рады мама, я и брат, и кричим наперебой. Папа наш аристократ, папа крови голубой. Красота. Папа капельку чернил мне в тетрадку обронил. Из обычного листа получилась красота. В случае опасности осьминоги выпускают небольшую струйку чернил, чтобы отвлечь противника. Папа с секретиком.
А еще из новостей: нашим папе нет костей. Он в резиновый сапог целиком забраться б смог, а завязывать шнурки папе вовсе не с руки. Осьминоги любят селиться в разных предметах. Домом для них может стать ящик, бутылка, колесо и даже резиновый сапог. Папа мягкий. Папа всем помочь готов, от улиток до китов. Угодить бы всем хотел, может, папа мягкотел? У осьминогов совсем нет костей. Их тело может менять форму и способно поместиться даже в небольшую ракушку. Очки. Ох, ребёшки-червячки, доктор выписал очки. Просто папа-осьминог стал немного близонок. Ни у кого из обитателей моря нет таких зорких глаз, как у осьминога и его родичей. Осьминоги видят предметы даже в полной темноте. А еще можно сказать, что осьминог видит кожей во тьме. Наш папа осьминожий способен видеть кожей. Найдет в кромешной тьме улиточку на дне. Суперпапа. Суперпапа осьминожий может быть на все похожим. Мы папулю обожаем, сам-то он не подражаем. Некоторые осьминоги могут подражать форме и окраске разных морских животных. Осьминог всегда подражает тому виду, которого боится напавший на него хищник. То есть он превращается во врага своего врага. На одной волне. Как прекрасно с папой нам вместе прыгать по волнам, но приятнее вдвойне быть с ним на одной волне. Папа все помнит. Папа помнит все на свете, это радует вполне. Дал братишкам по конфете, не забыл одну и мне. У осьминогов очень хорошая память. Собираясь в детский садик, хнычет дочка-осьминожка, натирает босоножка, жмет застежка-закорючка. Но ведь это босоручка, и не то еще бывает, если папа обувает. Каникулы. На каникулах иду я с утра в киношку, папу за ногу веду, а сестру за ножку. Для осьминогов нет преград в виде отвесных скал и вертикальных поверхностей. Осьминог пробирается по ним с помощью присосок, хватая щупальцами за любые выпуклости. Строят дом и о детках тревожатся. Осьминожики и осьминожицы серо-буро-бордово-зеленые, жизнерадостные и смышленые. Вам протянут приветливо ноженьки, обаятельные осьминоженьки. Приходите в библиотеку и знакомьтесь с этой замечательной книгой. Читайте стихи про мам и пап и будьте счастливы. Приятного вам прочтения!